Ну а мне остается только добавить, это было ваше центральное телевидение. Увидимся ровно через неделю, в этом же месте, в это же время, в субботу, в 19:00. До встречи, пока. Ну и не терпится увидеть сенсационную мелодраму. Поехали. Партнеры по коалиции правы. Единственный путь – это интеграция в Европейский Союз. Но Демпартия борется за то, что жителям Молдовы необходимо сейчас. Защита женщин, единство семьи, достойные рабочие места, более дешевый природный газ, поддержка сельского хозяйства и бизнеса. Твой голос поможет нам все это выполнить. ДПМ. Развиваем Молдову. A venit timpul să facem alegerea, să alegem viitorul țării și copiilor noștri. Noi alegem statalitatea Republicii Moldova. Sute de mii de oameni astăzi susțin Partidul Socialiștilor și au încredere în Rusia, partenerul strategic și sigur al Moldovei. Echipa noastră are un dialog activ cu Moscova. Vom păstra valorile spirituale și morale comune. Vom relansa economia țării împreună cu Rusia. Votând socialiștii, votați pentru statalitatea, pacea și stabilitatea țării. Rusești. Da, demnității românești. Cu ce viață alegi pentru neamul tău? Eu aleg stat puternic, NATO și UE. Împreună cu demnitate, pe unitate. Cu Pele, în familia NATO și UE. Dragii друзья, сегодня мы идем на выборы с политической партией Патрия. Мы идем на выборы против власти и того беспредела, который в Молдавии существует последние 20 лет. Сегодня, когда власти запретили уже несколько наших политических проектов, мы должны им доказать, что сила в правде. Но для того, чтобы была правда, нужна сила. А сила – это все вы, граждане Республики Молдова. Спасибо вам за доверие. Всегда ваш Ренат Усатый.